Всем привет, друзья! Канал Масалим. В работе у нас Toyota 2. Делаем жидкие подкрылки. Видите, арка уже обработана. Так тут у нас сплошной ковер получился. Толщина его достигает 4 мм. Вот. Сейчас ждем, пока все немного подсохнет, и будем собирать. Ну а пока ждем. У нас подарки существуют. Мы клеим штатные подкрылки. Проклеим таким вот шумопоглощающим материалом. Толщина его 4 мм. Штатные подкрылки в подарок. Ну, как видите, они состоят из двух частей. Как и вибропоглотитель, так и шумопоглотитель. И вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Справа от меня голый, слева обработан. Сами можете услышать разницу. Так работает данный полимер на автомобиле. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии. Всем пока.